Авария в Хасавюрте. Водитель не справился с управлением на проспекте Шамиля. Видно, как его занесло на дороге. Пострадал проходящий мимо мужчина, которого с различными переломами доставили в больницу. Сотрудник полиции спас жизнь ребенка. В Махачкале на улице Энгельса с балкона пятиэтажного многоквартирного дома вниз летели игрушки. Это заметили сотрудники местного магазина и позвонили в МВД. Дверь в подъезд была заперта. Со слов очевидцев, наряд ППС приехал оперативно. Полицейский сумел забраться внутрь и завести ребенка в квартиру. Ректора ДГТУ Нурмагомеда Суракатова перевели под домашний арест из-за проблем со здоровьем. После двух перенесенных операций он нуждается в долечивании. Как уточнила пресс-служба Советского районного суда Махачкалы, задержанный будет находиться дома 3 месяца. Напомним, Суракатова подозревает в мошенничестве на общую сумму более 90 миллионов рублей. Экипажи 10 кораблей Каспийской флотилии провели учения по противовоздушной обороне. В мероприятии задействовали малые ракетные и артиллерийские корабли и катера. Военнослужащие тренировались в обнаружении неопознанных воздушных целей и отражении ударов средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.